И всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстер Дед, Слиросл, Force of Nature, бедуины, вперед. Да, всем привет, ребята, ща я ушко потешсал, потеребонькал. Ладно, давай, двинули. Сегодня мы, короче, отправляемся, ребятушечки. Тэпаемся, зачем? Тэпаемся, давай. Сегодня, короче, мы отправляемся на юга, ну, куда-то на запад. Вообще, по сути. Во-первых, нам нужна крошка. Во-вторых, мы сейчас будем, наверное, мудохать бабуинов. Нам... В смысле? В смысле холодно? Потому что... Не забывай, что... О, зато здесь шикарно. Там-то мы ходили... Ну, в зимнем во всем. Ой, сейчас нам олень нахуярит. Ебать, он и так бил больно. Тихо, дай попробую попасть. Коннект. Анима! О, голем. А голем-то откуда приперся? Ты зря. Не так больно, но, блин, больно. Как медведь, блин, мудохал. Че, разведем его? Скорпион, 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 сзади, справа, слева. Ах ты, сука, паскудная мразь, еще и двоих. Гаденыш. Надо его обойти. Именно обойти. Туда уходи, за листву. Все, отходи, отходи от него. Все, я давай. На себя. Сейчас, сейчас, сейчас. Леха. Тихо, живи. Живу. Вон, он хоть тебя не сильно лупанул. Камень отдай. Да, я взял. Блин. Сейчас я скину, на, держи. Слушай, надо пожрать. Нахрен надо. Так, это... сейчас я проверю, подожди. А это ж мы сильнее бьем, да? А, нет. Да. Нет, броня нет, 6. Мы... У нас 12 у нас броня. Зато у нас музончик, и мы можем теперь... С бабунчиками? Иди сюда, бабунина. Что ты в рот себе тянешь там? Ёптать, она больно бьет-то, слушай, она больно реально бьет-то. Надо, наверное, начинать делать шоколад и пироги там всякие. Я потанкую. У меня уже больше половины жизни нету. Да я потанкую. Ой, хорошо. Лежать, сука. О, блин, а пойдем ушатаем. Ладно, это сыкливый, да? Ну, нет, это новые. Они не сыкливые. Он сыкливый. Нет. Нет, разве? Он нет. Белый был. Это они так выглядят, они не сыкливые. Лихать, блин, травит что-то. Кого-то еще дольше стравится. Ну, или естественно. Мне просто кажется. Нет. Возможно, дольше, потому что там это... Там голем есть. Пойдем, тут... шатаем. А, и там скорпион. Нет, туда не пойдем. Иди сюда, придурастый. Давай, он на меня. Один раз ударь его. Все, уходи. Во, яд прошел. Тихо, 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 родненький. Теперь я его. Блин, тактика, ёптать. Все, готов, отлично. Да, там тоже есть голем с этим... О, роза, надо розу собрать. Мы, кстати, правильно идем, нам вот так и надо идти. Сейчас, подожди, розу соберу. Да, я ветров. Пока... Блин, тут скорб. Сука. Да? О, музыка заиграла опять. Блять, ну это как раз сюда тихо. И было. Все, он заметил. Попробуй да с лука, заметил. Попробуй с лука. Вот когда он выйдет, вот, да, вот так. А, нет, сука. Да, можно. Вот только скорпиона бы теперь садануть. Да нет, скорпион вон справа там, поэтому опасно. Во-во-во. Бедуин ты вонючий. Вон он вылез справа. Во-во-во-во-во-во-во. Тихо, тихо. Блин, нет, все, вот так надо прицеливаться, вот. Дерево мешает. Да он, блин, а как мы его, он мощный, мы его не захерачим. Да он не то что мощный, он просто... Гад. Ползучий. Тихо. Тихо. Ай, сука. Вонючка.
остановился. Ты застрял, да, получается? Нет, он все, он ударил меня. А я думал, ты застрял, и он тебя лупанул. Не-не-не, все, вот он ударил. Зато здесь по 3 монеты выпадает золотых, слушай. Там еще один, сука. Блин, лось долбаный, ух, я увернулся. О, надо валить. Все, мы здесь походу и сдохнем. Нахрен. Отходи, отходи. Давай, ухо. Нахрен, пошли. Ах ты гад, а? Ванючка, блин. Все, давай, стоим. Фух, и хоть они потные, особенно это, эти олени, блин. Эти олени, такие олени. Благо они хоть сюда не лезут. Ни хрена, да? Почему хрена? Олень! Давай, мать, шить оленя надо, все. Блядь. Оленя свирепел. Как бы он меня сейчас не закидал бы. Но если ты не будешь отходить, то нормально все будет. А если я не буду отходить, я сдохну. Не тут перди. Хоть отходить, хоть не отходи, сдохнешь. Поэтому тут надо до последнего стоять. Таков закон игры, или ты, или тебя. Так, у меня есть что-нибудь по хилу? Вот. А вот чтобы сделать усиленную броню бедуина, там вообще жопа, там и слитки нужны, и все на свете. Там капец просто. Игра, наверное, вообще, блин, по длительности... Ну я отхилился. Так а я нет. Ну давай погоняем придурка этого. Уходи, уходи. Ух, ехать, двойной удар. На колени, пошел отсюда, сука. Осколочек, и вот осколочек, и вот осколочек. Это ж осколочки такие, да, я надеюсь. А, блин, с него такие осколки падают. Фак, еще один. Все, заебись, да? Пиздец. Зато этот промахнулся, блядь. Маленько. Блин, монеты некуда брать. Слушай, можешь реально домой вернуться и сделать противоядие, а? Потому что, ну что это за дела? Пошли, давай назад. Чувак, блин, да назад бежать хрен знает куда. Да в смысле там уже бежать, проще там, дойти до камня, он близко. Хотя так же примерно бежать, что туда, но так мы двойную будем бежать дорогу. Да ладно и срать. Но просто это не дело, когда ты постоянно под ядом, блин, сидишь. Да мы сейчас еще пол игры сейчас на этот спросрем. Куда я потерялся, где тут кусты эти? Не знаю, где-то есть. Проход. Вот он, наверное. Я все понимаю, но лучше так уж сделать, чем, блин, кони двинуть, не пойми от чего. Не, сюда, по-моему. Я уже не помню, тут блуд. Не, там голем. О, спасибо. Пошли, все. Может сюда? Вот, да, походу сюда. Угу, угу. Вот она хрень это. Сейчас жопа подмерзать начнет. Давай. Холод. Хоми. Я говорю, лучше противоядие сделать хотя бы, блин, ну не знаю, штук по 5 каждому, по 10. Как они еще будут изготавливаться, из чего их делать еще? Я о том же, сейчас пока их сделаем, убьем время. Так, что по рецепту? Так, смотрю, подожди. Зелье, клубничный сахар, пирог, шоколад. Я не помню, что делается. А, вот, устраняет яд за 5 секунд. Фиалки нужны. Которые... У меня 2 фиалки. Ну, сажай. Давай посадим.
Блин, все, нет места в инвентаре. Это семечки. Так, фиалки. Все. Их нельзя никак там ускорить. Никак, вот так ждать. Долговато. Нехать ты зарядил. Да, у меня где-то было мясо, в итоге я не знаю, где оно. Хочешь, я поделюсь с тобой? Сколько тебе скинуть? У меня 58. Да без разницы. Это я даже отхилиться не успеваю. На, хилься. Побыстрее. Просто не надо сейчас ночь пропускать спать, иначе они опять все отрезаются. Я говорю, тут если ночь не пропускать, тут можно весь этот, всю карту зачистить. Я останусь только коза да овцы. Так, сколько там по грядке, блин, по полтиннику только. Ну да, вот это, конечно, очень геморройно. Особенно, когда вот срочно надо. Прям вообще плакать хочется. Вода теперь вообще нескончаемая. Просто у меня уже 40 горшков, блин, с водой. Меда только по 5, да, может? По 5, но у меня 60 меда уже. Я его просто уже не собираю. Сейчас я посмотрю, сколько еще фиалок выпадет с двух этих. Я надеюсь, что хотя бы 7 выпадет. Хотя бы, блин, вернуть то, что ты посадил. Нет, мы вернем чего, не вопрос, но... Должно же хотя бы там, не знаю, вместо одной там 3 выпасть или 4. Давай, гадость. 5%. О, это жопошная игра. Вот просто пошли, яд. Все. Это хоть гадость лечит, яд, блин. Ну-ка, сколько их? 4. Значит, посадим 4. Чтобы потом было 8. Будем их клонировать нахрен. Так, сооружение. Грядка 4 на 4. 17. Так, ладно, еще 10 досок, короче. А у меня есть доски. Так, подожди. А если я вот так... На, держи еще. Грядка. Сейчас. 4 на 4, земля 30. 30 земли надо, пошли копать. Где она тут? Вот она. Чернозем. Я сейчас сделаю большую грядку просто. Супер большую. Ну да, там это 2 на 2, а та 4 на 4. Червячки, ёптить. По-моему, их не было, да? Нет, были, они все время копались. По-моему, нет, это с обновлением сделали. Не, выпадали. Червяки выпадали при копании земли. Все время. Не помню. У меня их с собой сколько, а я их все выкинул в сундук. Нет. Там что-то нахрена их было. На землю ты их. Ну мы ж рыбу ловили еще. Пытались, по крайней мере. Может, ты всосешь их? Нет места в инвентаре. На тебя осколки. Вот, сколько скидывай землю, надо? Давай. Тридцатка. Есть? 57. Я тебе скинул. Под 57. Давай посмотрим, что там у нас за грядка ультра. Тишь ты, ох ты, май гад. И в чем отличие? Ну, в том, что ты будешь грядку сажать одну, а расти на ней будет, может, там, 4. Бесит. Так, подожди. Посадить. Хватит лагать, сраная игра. Со своими сохранениями. Сколько вот у меня? Еще 3. Давай, сейчас это посадится, я посмотрю. Что там можно сделать? Ну-ка. Ну, давай, фиалки. Ага. А, 4 фиалки сразу. Ну, видишь, значит, ничего. Просто, что, типа, большая вот такая. Ну и ладно, ёпта. Так ты не понял, она с той же скоростью растет, только сразу все 4.
Ну хотя да, ни в чем разницы нет, просто большие грядки и все. Да, я об этом и говорил. Не, ну зато, блин, ты прикинь, вот сделал вот таких вот две. Ты раз-два кликнул, а здесь надо 6 раз кликнуть. То есть есть разница между собой. Всего этого бреда. Так, а сколько у меня еще досок? 14. Чё, нет места? Слиток меди из руды. Ты забрал? Это забрал. Так, тебе медь скинуть? Петуч, иди сюда. Где мой петух? Где? На берегу возле меня петух. Да и он около меня. Я говорю, где эти перья? Ах ты. Где перья? А я их это ж не прикармливал больше. Ну да, смотри, с той же скоростью растет. По-моему, чуть побыстрее. Да стой, нет, по-моему, быстрее, потому что... Быстрее? Да, потому что ты те уже посадил, и они ушли вперед, по-моему, намного. А это уже, глянь, их догнала и уже, блин, сокращает разрыв. А, ну да, 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 да. А может тут еще разница в том, что там сидят, блин, это пшеница, а тут, блин... А, ну, скорее всего, да. А мы сейчас узнаем. Так, ну-ка, филаки. Я научился быстрее готовить. Просто открываешь эту грядку и Е нажимаешь, и все. Но. Да хз, нет, вроде они что-то странному растут. Да походу все так же. Да, так же. Даже ни на каплю не увеличивается скорость. Ну и ладно. Так, в сундук. Что, думаешь, мухоморы выкинуть отсюда? Ну, они пока только для зелок нужны. Ладно. Для бега там что требуется? Что для бега? Алмаз. Да? Ну да, кусочек алмаза. Там, вверху справа он где-то. Его можно сделать. Нашел? А, да, можно, вижу, выбрать, сделать. А что для самого амулета нужно? Слиток железа, да? Да. А у меня их 13. Ну зашибись, да, сделаю. У меня... А что я сделаю? Я один только сделал, у меня только 5. Ну, я тебе вот скину. На, я тебе скину. А, да у меня есть, не надо, пускай у тебя будет. У меня есть как раз один. Ну да, слышишь? Одинаково. Просто зависит, что ты сажаешь. Если более редкое какое-то уникальное растение... Ну, не уникальное, редкое, то, скорее всего, оно долго растет. А если как пшеницу в самом первом слоту, то она прям чух-чух. И все. Сейчас посмотрю заодно, что-то. Давай, гадость. Так, а у меня семена, наверное, да? Семена, семена. Где семена, мать вашу? Пшеницы, клубники. Пшеницы, кофа. Салатос. Блин, неужели семена не падают? Чего? В говняха, блин. Да с этих, блин, хреней. Ладно, я отменил мясо, потому что надо чай сделать из батиных трав. Зачем? Антивирус? Угу. Касперского? Да. А, ну смотри, тут розмарин нужен и шалфей. Ёпать, розмарин сажать надо. Я кидал тебе розмарин. Он у нас был, так что не знаю. Да, есть, есть. Один у меня остался, ёпать. Розмарин. Надо его размарить. А шалфей? Как он выглядит? Шалфей 24. Вообще? А, или да? Ну да, там, блин, как. Блин, кустик мяты, короче, он выглядит. А-а-а.
Розмарин надо морить. Да. Блин, я думал, что это выросло. Петух вырос на грядке. Иди отсюда, иродивый. Давай, 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 вали отсюда. Не напрягай. Петух зайца испугался, вообще зашибись. Розмарин, шалфей, блин, ромашка, эвкалипта, блин. Амулет скорости готов. Ну чё? Ну, есть разница? Ну, вот так без него. А вот так с ним. Ну да, быстрее, быстрее. О, я хоть полетел. Вот. А прикинь, потом набираешь, делаешь максимальную скорость, вот так, начинаешь по брусчатке бежать, блин, и назад в будущее просто. А-а-а. Одни следы горящие остались до печки. Было пугарно. Ну все, вот она делается, чай тот-то, выручай. Все, сейчас твои 5 сделаются и пойдем. А, то уже 5 сделали, быстро делали. Мои 5, да, 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 там чай этот, блин, розмарин, ромашка, эвкалипт, блин. Сухари с гренками там, и, короче, вообще. Нормально. Нормально. На-на-на-на-на-на. На так, кофе похоже. Беру? Не, батины травы, там чаёк, короче. Чаёка! Но амулет, короче, вещь хорошая, да? Ну да. Тяп-тао. Блин, подожди, были же где-то червяки. А я их, наверное, выкидывал тоже. Да вот, 9 штук лежат твои, которые ты выкидывал, я их подобрал. Я подбирал их тогда. Блин, я забыл, что там делается. Размарин? Из одного два. Из одного два, да. У него, по-моему, сейчас... А удобрений тоже никаких нету, да? Ноги запутаются, он сдохнет. Ну и ты, блин, как мне летаешь вообще. Да есть разница, блин. В два раза быстрее скорость. Ну да, сейчас бы дорогу сделать, да, проложить вот так вот. Просто по прямой, блядь. И все, и нету. Ну да, было прикольно. Ну все, полетели. Ты забрал, да? Да. Пошли. Надо стартовать. Наркоманская игра, шо жопа. Сейчас надо выключить, кстати. Бегите. Сейчас обождите. Тепло дайте. Подожди, мы правильно идем? Не туда, не туда. Бла-бла-бла-бла-блать, блать. Беги. Я умирать. Не. Оно отстанет. Блин, подожди. Куда? Вот сюда. Вот. Пол жизни просто в минус. Тоже заплутали. Смотрю, там орки, блин, там гоблины. Хрен просышь. Че за хуйня, блядь? Типа того. Так, подожди, мы ходили вот сюда. Вот сюда, да? Полену. Да потом сюда. Сейчас, секунду, я кое-что сделаю. Так, все. Телефон отключил, а то вдруг зазвонит. Внезапно. Не пойми почему. Так, розмарин сварился. Ну, как я понял, надо делать грядки большие. Надо маленькие разбирать и большие мутить. Чмо здоровое, ты где? А хотя можно убили. Маленькие ничего с ними не делать, просто большие начать делать и все. Я так думаю. Сука. Я бегу. Да не о том. Бля-бля. Да. Все. Сука. Так, ну давай попробуем, я выпью. Да, подействовало.
Блин, олень на тебя. И чё? Ну потому что у меня жизнь не так плохо все. Убегай. Уходим. Давай, он на меня. Что ты машешь своими культяпками, ёптать, бесполезный кусок говна. Хорош. Два есть, две крошки. С обоих упало причем. А их сколько, 15 надо или 5? 5. 5, да? 5, да. Это нормально. Ты застрял, товарищ? Немного не там зарезался. Ха-ха, придурок. Немножко не знает, как раскрутиться. Камень выпал, да, походу? На, блин. Тихо, отойди. Ай! Нет! Давай! Нет! Да, сука! Хорош! Походу, да, траванул, траванул. Нет! Ты не воняешь. Нету, но я отравлен. Бред. Так, вторая кружка чая пошла. Ой, твою мать. Будем, значит, поочередно их танковать, что поделать. Самое тупое, что могли придумать. А всегда в каких-то, блин, играх всегда что-то бесячее появляется. Кто там, голем? Блин. Игра! Нет! 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 Я сам себя услышал у тебя. Как? Я в наушниках. Иди отсюда, он медная руда с него выпала. Забрал. Ага. Нам туда надо. Блин, это вода журчит, кого-то лапки какие-то паучьи там. Ебать. Давай переждем ночь. Давай. Давай пойдем просто туда и все. Лучше дерево прорубить. Да это не спасет. Если они загрятся, они загрятся. Да нахрена не нужно, ёптать. Кост, уйди! Впереди скорпион. Уже траванул. Пошли, еще одного убьем, пока я под эффектами, короче. Нет! Ты жив, нормально? Да. Кто тут еще поблизости? Никого, чаёку. Так, третий чаёка пошел. Пунч, нормально. Перестал пердеть. Но я не вылечил вижу диарею. Я ничего не вижу, Лёх, поэтому... Ну подожди, а куда идти? Туда вверх? Угу. Вот так. Вот вот так вот. Как? Вот так? Ну, почти. Здесь, да? Угу. Ну, пошли куст порубим. Мне проще реально те-то кусты порубить, чем, блин, страдать хренью. А с них вообще ничего не падает, да? Да не знаю, нет, наверное. Ну, я смотрю, с них вообще ничего не падает. О, двойной. Тоже ничего не выпало. Так. По-моему, тут обрыв. Сейчас разберемся. Не, обрыва нету. Там брусчатка какая-то. Такс. Нукс. Туманчик, чтоб его. Там впереди что-то есть. Какой-то враг. У тебя много выносливости? Да. Поруби ты, а то у меня уже меньше половины. А какой враг может быть? Наверное, скорпион? Нет. Лось? Да, но мы не идем к нему. Мы вот идем вот сюда. Может, вот здесь пройти, а вот тут куст есть. Чё, зря дерево, блядь, срубил? Ну да. Твою мать, уйди!
Я сам себя слышу, зашибись. Я не знаю, с чем это связано. Я в наушниках. Так, передурок. Где? Просто вокруг него можно бегать. Ну да. Все, мы пришли. Неплохо. Здесь, да? Вот. Ёпта! Откуда вас столько? Не перди. Ёпта. О, давай, вали. Вали оттуда, вали. Траванула дрянь. Надо бубуином удохать. Уйди, уходи, Лёха, уходи. Все, я потанкую, уходи. Давай. Все, спер. Сколько? Пять есть крошки? Да, пять штук. Все, я говорю, это жареное мясо, это говно. Все, надо шоколад толочь или пирог делать. Так. Но это на следующем уровне, наверное, будет. Только. Держи. Ты и так танкуешь постоянно, держи. Давай выпью. Погоди, может, не стоит? А, ну ты, блин, тоже жизни тратишь. Еще есть. Надо, чтобы ты его расстрелял. Все, все, все. Ну-ка, стой, 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 стой. Погоди, у меня стрелы мощные есть. Да, я попробую. Если я хорошо попаду, то он должен быть очень сильно задамажен. Блин, там все побегут тогда. Все четыре. Может, этих сначала вальнем? Бабуина, иди сюда. Ты быстрая у нас, шустрая. Блин, два удара делает, сволочь. Шкура выпала. Тихо, отходи. Уйди. Каян, с него осколок выпал, да? С него сыпется? Да нет, они просто сыпятся с любых. Зато как отходить, пока он замахнется? Но единственное, вот эта двойная атака слишком быстро он проводит. Два скорпиона, сука. Они еще не в таком положении хорошем. Тихо. Что это было сейчас? Не знаю. Что это? Ты куда стреляешь вообще? Что за бред? В пятку есть, оленя есть, попал. Есть, есть, нормально. Давай оленя сразу рашить. Он самый геморройный. Да не скажи. Все, отходи. Я на себя принимаю удар. Живешь? Да вроде да. Тихо, тихо, тихо. Гад. Фух, ехать успел. Все, давай хилимся нахрен. Мясо, шкуры там еще упали. Мясо, а? Ехать, нафиг, все, не рискуй. У меня ни энергии, ни здоровья, ничего. Семечек дать? А, семечки точно, я забыл. Ну, хотя у меня их 12. На, держи, у меня их пару стаков. Ехать. Заточу. Ладно, оставлю пока. Грибами. Семки давайте сюда. Так, отлично. Я тащу этого голема. Голема, подожди, без это, чтоб скорпионов было проще за. Что, жопы, жопе больно, да? Вот его самая атака дерьмовая. Ах ты гад. Сзади скорпион, аккуратно. Все, тормози. Так, спокойненько, вот так давай. Опа. 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 Ух, нихуя себе. Аж золото выпало. Крошка алмаза выпала. Две крошки алмаза. Забрал? Крошка оникса. Я заберу. Я тогда выкину. Я забрал. Нахрен. Крошка алмаза еще есть. А, еще есть? Я заберу. Да, да я заберу. У меня тут. А я камни возьму его. Че, накажем? Нет? Или в пизду? Во пизду.
Да ну их нахуй. Че, здесь где? Давай вот здесь. Куда дальше? Куда дальше? Давай портал вот тут поставим. Сейчас сооружение, портал. А теперь? Серьезно, серьезно. Лех, смотри, знаешь куда теперь? Ага, знаешь что? Песка нету. Ну вот песка. Блять, остановись. Праха нету. У меня есть. А, ну. Праха нету. Скинешь? А, нет, все, я его и скину. У меня нет больше. Берешь шкуры. Блять. Короче, знаешь, чего мне не хватает? Всего, я понял. 10 песка и 3 праха. Ой, и 2 праха. Ну, допустим. Ну, мы сюда можем спокойно дойти, если что, без вопросов. Пошли, мне сделаем тогда амулет на ускорялку. Смотри, стой. Вот тут безопасно. Ты можешь даже... Смотри, куда идти, открывай карту. Ну. Прям большими кусками давай. На север, короче. Честно, хз, это не факт, что это север, потому что... Давай попытаемся, или ты может, хочешь... там просто разные уровни этих северов и прочего? Ну, вот, мы да. назад идем? Нет, мы идем нам это... Ты почти бамбук срубил, чувак. По жопе тебя, по ягодицам кирпичным. Блин, вот это попал. Хорош. Эй, успел. Просто мы можем попробовать еще один забрать. Камень, только я не знаю. Далеко идти. Да нормально вообще-то идти. Тем более, если это по этой, зачем лазить? Так, а кто-то, погоди. Надо узнать, кто есть там, кого нету. Голем, горилла, гоблин. Скорпион. А слева кто-то другой рогает, перекрыто. Давай постоим. А, они не могут пройти. О, золото дай. Крошка Рубин забери, он нам нужен будет. Я 15 уже штук нам надо. Ну, 9 есть. Следующий уровень. 15. Мед 10 и крошка. У меня ну, меда 60. Ну, 9 есть. Чувак. Горилка. Тут я не помогу, я не вижу. Ладно, давай ждем тогда. Я веду к тебе гориллу. Зачем? Чтоб ее победить. А, блин, ты. Все, я ее сам победил. Да. Капец, тут бамбука валяется. Ой. Нахрен, короче. Нет, на их вообще стрелы не беру. Замахаешься, быстрее выносливость кончится. Да нет, а так же. Двое, как... А их двое. Так блин. Же, как и удар обычный наносит. Да? Тихо. Ай. Они какие-то хлумные, блин. Ай. Ладно, они не такие болезненные. Блин, я думал, у него жизни нету. Да нет, вот этот болезненный сволочь. Надо не выпендриваться больше так. Блин, я думал сзади скорпион тебя. Все. С розами перепутал. Да. Кто это пердит? Не знаю. Это верблюд? Это лось, наверное, так делает. Херово он делает. Нам туда наискосок прям. Угу. Хорош. Три удара, неплохо. Деревья просто сопливые.
Да не перди, сука. Я тебе говорил, вот сам услышал. Да не, я слышал. А, это бабуины, ёптать. Ты думаешь, к бабуинам выйти? Блин. Я тоже так хочу бить с такой скоростью. Только чтобы еще сила была процентов на 15 выше. Как говорится, еще. Так, это назад. Вот, четко вот сюда надо прям. В нашем случае сейчас проще, наверное, прорубить просто дорогу. Семки есть. Мясо есть, все есть. Сейчас я семки поспамлю, подожди. Я их спамню, когда рублю. Чтоб энергия не так кончалась. Все. Шо, с двух вообще? Я либо силу в себе открыл какую-то новую. Пенек, зачем обижаешь? Скорпишлёх. Шлюха ебаная. Стой. Манси, манси, манси. Хорош! Блин, научились пользоваться. Подожди, надо поспамить еще семки. Закрысили его, блядь. Ку-ку, мазафака. Ну, он вон там, нам туда не надо. Нам вот сюда надо. А семки быстро улетают, да? Они регенят, конечно, хорошо, но... Ну, да, ты что хочешь. Улетают они прям за милую душеньку. Так, я иду. Налево туда не ходи, там скорпион. Я к тебе иду. Вообще тут можно выйти, Лёх. Ну и ладно. Песка здесь нигде нет, да? Песка нету, но все равно какие-то тропики, не тропики, хрен просышь. Спереди сюда много товарищей. Ай ты, сука, паскудная. Блин, Лёх, 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 жди. Манси, блядь. Сзади. Я чувствую себя прекрасно. Да? Лошпедина. Ты не догонишь меня. А когда у меня будут сапоги-скороходы, ты вообще меня никогда не увидишь. Блин, два бабуина, я в шоке. Закрутился бедняга, блин. Удар он, конечно, мощный наносит. Тех, не рискуй. Забрал все. Угу. Сейчас, дай посмотрю, у меня есть вообще какие-то осколки. У тебя есть золотые монеты? Да, 8 штук. На, медные. Да. Да. Так, у меня 3 камня форса. Нам нужно их 7. Вот так нам надо. Соберем мы когда тот-то камень, этот Force of Nature, блин. И вызовем дьявола и продадим ему душу. Нет, закончим игру. Потому что, блин, дальше играть смысла не будет. Мешутки, ёптать. Старые добрые. Сколько лет, сколько зим. Вот, не убежишь. Хорош. Говнюк. Маленький свиной засранец. Что это, кусок какашки какой-то? Так, там лось. Куда нам надо?
Левей? Да вообще вот так. Да, вот так. Тут мы не замерзнем. А, да, тут зима, по ходу дела, да? Или нет? Хрен знает, давай рубить. Но если елки, значит зима, наверное. Да, рубится, конечно, некрасиво. Быстро, точнее. Изящно. Погодь, шея, 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 шея. Даже пеньки можно выкорчевывать, ни хрена себе. Открытие. Может, поэтому у нас ничего не растет, что у нас одни пеньки, блин, стоят. Да я тебе говорю, вот, блин, пенек вырубил. Тихо, а это не песок, слышишь? Не знаю. Погоди. Может, погоди, погоди, погоди. О, все. Песок? Не знаю, я не успел. Песок, писканы мы. Все, мне жопа. Мне жопа, все. Все. Блять, ебучая лиса, сука! Я ж тебе говорю, не спеши, ты сам побежал. Куда я побежал? Я сделал два шага до песка. Они на тебя все заагрились, в том-то и прикол. Ну и шо я просрал, и прах, и все на свете. Ну ладно. Пиздец, блять. Так, иди делай, тебе там, ты говорил, много всего. Поставь дело. А где прах? Вот он. Пять праха. Есть. Дальше, что там еще нужно? Амулет поставь, он долго делается, я накопаю. Так, мне нужен этот. Я тебе все скинул. Тебе алмаз нужен? Подожди, амулет скорости, да? Да, на. Мне крошка алмаза нужна. Держи. Скинь. Держи. Благодарю. Сейчас тогда накопаем. Амулет скорости. Энч. Хай делается. Энч. Энч. Так, а на следующем уровне, когда будет у нас амулет скорости, он уже будет 14 давать. А амулет энергии 0.34. А наш сейчас сколько дает? 0.25. Ну не так уж и сильно. Так, ну мне 10 надо было, ну ладно, спасибо. С запасом. Обидно, конечно, да. Да я начал лесов бить, а уже смысл, блин. Чё ты не поставил мясо? Блин, вот у меня кончилось мясо. У меня... Уже б за это время оно бы всё на, всоси ещё это. Это всё, что у тебя есть? Это да. Я ж всё ставил, 40 там с хреном, а ты снимала. Ну, я делал чаёк. Тебе нет, это чаёк нужен. Веревка не нужна тебе была, все? Не-не-не-не, мне веревка нет. Глина нужна теперь, господи. Куда все пропадает, хрен поймешь. Потому что мы не накапываем, мы вот сколько нам требовалось, мы все. Да там глина у меня была, аж мне ж не хватало только праха и песка. Так, наверное, все. Все, все, хватит. Погодь. Куда она? Что? Земля вот твоя. И где глина? Не вижу глину, прикинь. Охренеть. Ну такая она коричневая. Семечки. Может, ты ее не собирал? Да нет, собрал вначале. Или ты успел? Хз, короче, ладно. Ладно, что у нас? Амулет скорости готов. Е. Ну-ка. Ну, чё-то... Ну, побыстрее, походу, но... Я тебе говорю, незаметно. Быстрее ты, не быстрее бегаешь. Вот подожди, сколько кто-то амулет дает? 8, а будет давать 17. Плюс ботинки кожаные. Так, надо эти. Розмарины вон хреначить. Чтобы мне скинуть. Чтобы выкинуть гвозди нахрен. Так, розмарин 4. Прям сюда и посажу.
и воду заберу. Все. Уголек, уголек. Как же ты далек, уголек, уголек. Так, уголь у нас есть, да? Уголька нету, я уголек поставил. Угу. По 99 туда и туда. А то реально, лянь, у меня место, блин, до хрена просто забито все. Я еще сейчас сундуки пополню. Чем-нибудь. А, ну я красава. Знаешь почему? Mm-hmm. Потому что я прах весь выложил. Я нажимал пополнить, он там как раз был. Mm-hmm. Ну нормально. Mm-hmm. Что мне еще выложить? Семена пшеницы давай выложу. Хотя семена пшеницы выкинуть нахрен. Клубника, пшеница, медовой, да-да-да, осколки. Так, каменная стрела, перьев нет, ясно. Ну все, отправляемся, да? Ну пошли. У меня все есть. Придется повторить путь. Ну да, там песок был, там, по всей видимости, знаешь, либо пустыня, либо как пляж или что-то такое. Ты на север зачем? Мы не пройдем же здесь. Нам только оттуда войти. Я уже... Ты понял меня. Спишь? Типа того. Невнимательный. Так, куда тут в кусты, куда-то вот сюда наверх. Розмарин вырос. Круто. Ну, можно, в принципе, сразу. Вот так, наискосок. Прям вот так вот, через бабуинку. Через тихо. Нет, вот, чисто вот так. Если вот тут так идти, то ну, будет пошел. Хорошо. И это хорошо. В два топора, чтоб наверняка, да? Хотя там можно было пройти. Да ладно, пофиг. Там голем слева. Да, я вижу. Блин, уже начал дерево рубить. Пошли, да, наверх. Блин, да ты уже поздно сказал. Нет, не иди ко мне. Да рубись ты, господи ж. Шо, все, трындец. Force of Nature. Давай на меня, козел. Все, там нельзя пройти. Что за тупая игра? Тихо. Как он атакует, так мне интересно знать. Ну так. Опачки, а вот зарекались, блять, у меня грибов нету нахуй. Все, мне нечем. А, стоп, есть 19, ну, блять, этого мне вообще не хватит ни разу. Блин, хоть бы сказал, я бы тебе грибы скинул бы. У меня было 80. Я их выложил в сундук. Как-то надо здесь попытаться, я не знаю, может тут сейчас это волшебный какой-нибудь, блядь. Ну вот, я ж вот, блядь, залез уже. Нет, тут не надо рубить.
Может, надо? Просто бред. Я, походу, уже конкретно застрял. Да нет, я ж тебя подпираю. Угу. Хрен знает. Нет, походу. Да ладно, да говорят, ну нафиг. Что за бред, блядь? Ой, господи. Так, ладно. Давай обойдем тогда это недоразумение. А как обойдем? Вот они, блядь. Беги. Давай куда-нибудь сюда, куда, откуда мы там пришли. Так, а зачем я монетки собираю? На, возьми. Тут вот валялось вот. Ну их нахрен, нам лось не даст с обезьяны пройти. А? Че, не можешь пройти тут? Че, блядь, зона отчуждения? Ебальник в упор. По жопе. ЦП, блин. Шлепанул, убежала, блядь. Слышишь, слышишь? А у меня есть ловушка из цепей. Погоди, стой, 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 не убивай их. Отойди, отойди, дай-ка я сейчас. А ты думаешь, хватит уровня ихнего? Не, вообще ни, ноль эмоций. Так как же ж не с первого раза приручаешь цепей? А, никак. Ну, там давай. Нет эффекта, типа, да, пишет? Ну, ничего не пишет, но... Не-не-не, им плевать. А, ну видишь, только гоблинов, значит, можно. А гоблины, они бесполезны, они не качаются, ничего. Может, нам проще обойти эту дерьмо и все? Давай ее тогда лупить, все. Пошли мимо этих. Олень давай, дальше папа. Удрал туда. Ну и срать. Я в темноте не смогу с ним драться. Руби деревья, я их на себя переагрю. Да тут не надо ничего рубить, здесь можно пройти. Ты прошел, да? Да, ёпты, тут вон на меня все напали, пиздец мне. Давай назад тогда. Нахрен, давай ждем тогда утра. А я думаю, вообще на этом можно серию закончить, потому что уже, в принципе, час, а мы тут страдаем хренью. Мы бы уже за это время обошли и вернулись на то место. Но если б не ебаная лиса бы та, сука, мы бы уже поставили портал бы. Нет, мы бы возвращались бы обратно забирать прах. То, что праха у меня не было, по-любому. Так что, ребятушки, такие вот дела. В следующей серии мы начнем с этого места уже. Попробуем все-таки пройти там как-нибудь наискосяк. Вот. А пока что подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Не забывайте рассказывать своим друзьям, знакомым, репостите там, где хотите. Все, короче, все ссылочки будут в описании под видео. С вами был Сели Россел, Хамстер Дед. И всего хорошего всем. Пока-пока. Всем пока, ребята.